Добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ «Татарстан». В студии Светлана Кадырова. Хаир Ликич. Приветствую всех наших телезрителей. Итак, Татарстан в этом году должен конкурировать с международными туристическими центрами. Такую задачу ставит перед собой руководство республики, наверное, наши эксперты. И, конечно же, в преддверии майских праздников и летних каникул. Самая актуальная тема сегодня – туризм в период санкций и в новой экономической реальности. Сегодня эту тему мы обсуждаем с нашими замечательными экспертами. Замечательная аудитория. Многие впервые. Рады всех видеть и рады всех представить. Гульнара Маратовна Сафина, заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. С нами вместе Галина Михайловна Шарафутдинова, исполнительный директор Ассоциации рестораторов и ательеров города Казани и Татарстана. Добрый вечер. Здравствуйте. Наталья Вадимовна Абрамович. Давно вас не видела. Прекрасно выглядите. Генеральный директор Туристско-информационного центра, вице-президент Национальной ассоциации информационно-туристских организаций. Выговорила. Здравствуйте. Также с нами сегодня Альбина Салимовна Ибрагимова, директор Аист Бизнес Тревел. Рада вас видеть. С нами сегодня Гульнара Альбертовна Хусаинова, генеральный директор мастера туров франчайзингового агентства «Анекс Тур». И с нами сегодня разбавляет наш женский коллектив, и мы его рады видеть, Радик Мухарлямович Абдрахманов, соучредитель национально-туристического комплекса «Туган АВЛМ», вице-президент Ассоциации рестораторов и ательеров города Казани и Татарстана, член общественного совета при Агентстве инвестиционного развития республики. Все верно? Все верно. Добрый вечер. Я напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня в прямом эфире нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте, а также впервые в телеграм-канал. Надеюсь, что нас увидят и услышат. Также мы сегодня предоставим слово генеральному директору агентства индивидуального туризма «Персона Грата» и президенту Ассоциации туристических агентств Татарстана Рамилю Мифтахову. Он будет у нас на связи. И Анвару Мингазову, директору по внутреннему туризму турфирмы «Другое измерение». Интервью с ним мы записали накануне. Эксперты, у вас есть кнопки на пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. Некоторые гости используют вполне успешно эти кнопки для того, чтобы высказать свою активную позицию и возразить. Так что можете спокойно включаться. Я предлагаю начать с социального вопроса в наших соцсетях. В течение этой недели мы задали, естественно, в преддверии сезона нашим пользователям простой вопрос, где вы будете проводить отпуск. И вот какие цифры мы получили. В саду-огороде, так ответили 86% опрошенных. По карману будет только Турция, так считают 0%. 14% респондентов проголосовали, что я наконец-то увижу достопримечательности России. Небольшой срез в социальной группе, но вместе, я думаю, определенные показатели есть и можно что проанализировать. Зрители, также включайтесь в интерактивное голосование. У вас такие же вопросы, варианты ответов. Итоги подведем в конце программы. Ну, а я все-таки так сразу спрошу, а вот где вы будете проводить отпуск в этом году, Галин? Точно буду проводить в России, потому что давно были планы посетить Золотое кольцо, которое не так далеко, но, к сожалению, не было возможности. Все время приоритеты были другие, да? И сегодня могу точно сказать, что уже наметили маршрут и поедем по прекрасным городам историческим нашей России. Хорошо, а если бы не новая экономическая реальность, то куда? Скорее всего, бы на море и, скорее всего, Таиланд. И, скорее всего, Таиланд. Так, отлично. Гульнар. Знаете, Светлан, мне кажется, я могу немножко для себя пояснить, почему такие результаты опроса. Ага, у нас вообще сейчас сформировался такой формат, что многие внутри, я думаю, мы как обыватели, да, мы пока с учетом пандемии, опыта пандемии, мы не можем далеко планировать. Поэтому, мне кажется, вот этот ответ, который там 84% садоводы, это как раз вот действительно грядущая наша вот эта весенняя полевая история, которая характеризуется для нашей страны. Поэтому, я думаю, с этим вот основной контингент отвечающих сказал именно так. Вообще, на самом деле, очень огромный спектр предложений по Российской Федерации. И сейчас намечен вектор на то, чтобы развивать внутренний туризм. И все внешние, внутренние условия этому способствуют. Это мы там проговорим. Все-таки где отпуск, Гульнар? А потом уже детали. Вообще, на самом деле, можно поехать куда угодно, потому что место посмотреть... Что посмотреть и где посмотреть, тоже очень много. Для меня, наверное, вот если из всех локаций, очень интересен Санкт-Петербург. Хорошо. Наталья. Я очень надеюсь попасть в свой любимый Калининград, Калининградскую область. Я с вами. Балтику. Я, конечно, Барселону, но в этот раз с вами. Хорошо. Радик, как вы? Я, если честно, планирую в июне съездить в Турцию. Так, по карману, хорошо. В том числе и по работе мне там надо быть. И питерский форум, да. Хочу попасть на питерский форум. Ну, бизнесмен, в общем-то, ставит перед собой отпуск ли это. Хорошо. Альбин, вы?
Ну, я поддерживаю отечественного производителя. Так. Мы, значит, очень большой турагентской тусовкой. Летим в Москву с 5 по 8 мая. Нам отель «Балчик», у которого окна выходят прямо на Кремль, ну, они нам, да, предоставили 50% скидку как турагентам. То есть это отпуск? Это не отпуск, это, наверное, больше работа, но так как я всегда все свои отпуски провожу за границей, то я, наоборот, очень рада, что в этот раз мы едем в Москву, у нас очень обширная программа, то есть это 3 дня вообще без остановки, вот, то есть, ну, мы едем прямо вот в Москву. Хорошо. Гульнар, куда бы хотели поехать, а когда поедете, с учетом экономических реалий? Ну, я вообще, на самом деле, если честно, в последнее время живу только одним днем. То есть день прошел и хорошо, то есть я сильно далеко не планирую. То есть настолько все стремительно меняется. А так, конечно, мне хочется море. Я прям вот не могу без моря летом. Ну, наверное, возможно, поеду в Турцию. Потому что во время пандемии, мне кажется, я так уже много поездила по России. И Калининград, и Санкт-Петербург, и Москва. И, в общем, я понимаю, что в России еще много мест. Но мне хочется в тепло и море. Очень была затяжная зима. Итак, мы примерно распланировали, куда, Наталья Владимировна, мы с вами уже это определились. Осталось по стоимости туров. Мы тоже проговорим, как все это изменилось сегодня и почему тоже такие предпочтения. Но сейчас давайте в целом поймем, в какой ситуации сегодня находится туристическая отрасль. Понятно, что 2 года штормило, потому что была пандемия, и это были одни проблемы. Сейчас добавляются другие, но вместе с тем, в 2020 году, насколько я понимаю, турпоток в республику упал на 47%. В прошлом году ситуация выровнялась до пандемийные показатели. Посетили 3 300 000 туристов, если не ошибаюсь. Вот что сегодня, вот в этих условиях, мне кажется, немножко такое туманное будущее. Насколько у вас позитивные взгляды на ситуацию, какие проблемные точки вы бы сегодня обозначили? Гульнар, давайте с вас. Мы договорились, что мы по именам друг друга сегодня называем на «вы». Просто вот такая молодая, красивая команда. Гульнар. Ну, смотрите как, Светлан. Дело в том, что вот особо сильно, вот я для себя, например, не вижу, да, чтобы отличался 2021 год и ситуация, которая будет сейчас, да, потому что и тогда все внимание было обращено вот после 2020 года, когда мы сидели в заперти, да, именно на путешествия по внутреннему туризму, так как у нас были закрыты границы там именно по случаю пандемии. Ну, вот, поэтому, То есть мы готовы оказались условно к ситуации, да, за эти 2 года? Я думаю, что да. Ситуация такая, даже она более становится, ну, с точки зрения развития внутреннего туризма, более благоприятной, да, потому что есть еще такое понятие, как безопасность, да, и там, на уровне правительства Российской Федерации, вот там Дмитрий Николаевич Чернышенко говорил, что самый безопасный туризм сейчас, да, в настоящее время, это Российская Федерация, да, это внутренний туризм. И делается огромное количество различных, предлагается, как правительством Российской Федерации, так и правительством Татарстана, различных программ для того, чтобы стимулировать развитие внутреннего туризма и поддержать как объекты туриндустрии, которые у нас есть в отрасли, так и туристов, да, то есть у нас есть от Ростуризма и программа субсидирования кэшбэк, да, и создан целый нацпроект туризма, индустрии гостеприимства, в которой огромный спектр мероприятий, потому чтобы развивать инфраструктуру, которая существует в Российской Федерации, в том числе и мы, как Татарстан Республика, также входим в этот нацпроект, и огромное количество проектов планируется. Вы считаете, что в целом ситуация только на пользу сейчас для развития внутреннего туризма, и смотрите, в общем-то, достаточно яркими красками. Я считаю, что да, будет позитивно все-таки. Галина, а вы как считаете? Насколько, какие ожидания? Ожидания очень высокие, потому что прошлый сезон летний показал среди сферы общественного питания высокий всплеск, и в этом году мы уже сейчас видим прирост. Какой? Уже за последний. Прирост сейчас идет порядка 10%, который именно на турпотоке. И мы ожидаем майские праздники до 30% увеличения потока. И лето мы ожидаем, будем очень рады, если будет порядка 30-40% держаться это прибавление к нашему обороту. И все предприятия общественного питания готовятся к этому сезону и ждут очень гостей. Вообще плюс 30-40%. Да. Было когда-то такое? В прошлом году было. После пандемии, да, после 2020 года мы так и приросли. К сожалению, это не весь общепит, а те, кто находится на туристическом потоке. Но даже те, кто находится в удаленных районах города, они тоже получали какие-то дополнительные гостей. Спасибо. Наталья, а как вы считаете? Радужная? Ну, не буду скрывать, что были очень противоречивые мнения у профессиональной, скажем так, части
отрасли, ну, у туристов профессиональных кто-то склонялся к тому, что никто не поедет, кто-то склонялся к тому, что наоборот будет взрыв. Но сейчас, что касается Татарстана, можно уже определенно сказать, что у нас взрыв. И в первую очередь, я думаю, что это связано с государственной программой субсидирования внутренних поездок по кэшбэку, да, который сегодня вот заканчивается. Возможность приобрести заканчивается сегодня. Мы очень надеемся, что продлят. Прям склоняемся к тому, что, конечно же, будет продлено. На ваш взгляд, это тоже обеспечило спрос? Да, конечно. Мы прям видим, что это взрывной спрос. Майские праздники уже практически нет мест в гостиницах. То есть 100% загруженность? Практически, да. Практически, да. И экскурсионное бюро, судя по тому, как бронируются экскурсии, это тоже видно. И мы можем сейчас уже видеть, что большая часть людей, ну, то есть по сравнению, наверное, с прошлыми годами, начинается бронирование индивидуальных туров. То есть люди едут самостоятельно, бронируют гостиницы, бронируют экскурсии. Ну, вот сейчас, потому что кэшбэк, это выгодно бронировать все вместе в пакете, поэтому мы сейчас получили очень много работы туроператора, которые работают на рынке Татарстана, на приеме туристов, именно потому что выгодно бронировать тур. Сейчас все едут. Золотое время, так золотое, понимаю. Да. Надеемся, что продолжится. Хорошо, мы продолжим через пару минут. Реклама. Продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ «Татарстан». Говорим о туризме в условиях санкций. Вот еще с несколькими экспертами не обсудили такую общую картину. Давайте попробуем. Гульнара, вы как представитель франчайзингового агентства, да, Анекстур, наверное, какие предположения, что у вас-то вот здесь? Понятно, внутренний туризм, все рады вот с этой стороны, да? То есть, а вы? Ну... Мы тоже, наверное, рады. Так, вы тоже мы рады. Тоже рады. Хорошо. За внутренний туризм, вот так, наверное, я скажу. Но на самом деле нашим приоритетным направлением является, конечно... Выездной туризм, да. И я считаю, что если будет Турция и Египет, то как бы это спасет туристическую отрасль, это спасет туроператоров от банкротств, это на самом деле поможет всем. И в то же время Турция и Египет нам нужны, в общем, для того, чтобы сдерживать... Рост цен на внутреннее направление, потому что когда совсем некуда поехать, так было у нас, когда закрывали Турцию, когда закрывали Египет, цены в Сочи были просто вообще космические, на самом деле, и поэтому нужно, чтобы у людей был выбор, то есть люди сами уже выбирают. Гульнар, вот мне просто интересно, да, сейчас, я же тоже готовлюсь, пусть ладно, не Калининград, но, например, если сейчас Турции и Египта нет, если остается, ну, фактически монополист, да, у нас тут, ну, Сочи как таковой, насколько могут вырасти цены? Вот вы говорите сейчас космические, да? Я думаю, на 50% как минимум могут вырасти. То есть, учитывая, что и сейчас... Да, я думаю, могут. То есть мне даже кажется, что кэшбэк это прекрасно, но в любом случае под этот кэшбэк даже санатории татарстанские на самом деле чуть-чуть подняли цены. Они понимают, что они, ага, сейчас поднимем цены, все равно люди не заметят, потому что 20%, и потом они их оставляют на самом деле. То есть это тоже есть, вот такая манипулятивная практика. А достаточно ли будет только Турции и Египта? Вы знаете, наверное, не скажу не то, что достаточно. Я хочу сказать, что хотя бы если будет Турция и Египет, то это дает шанс туристической отрасли выжить. Вы сейчас уже фиксируете рост на туры зарубежные? То есть, или пока затишье у вас? Нет, на самом деле только в среду или только во вторник объявили о том, что турецкие авиалинии, что будут... перевозить российских туристов, и сообщили о том, что туроператоры с турецкими корнями, это Анекс, Корал и Пегас, будут по программе госсубсидирования, именно турецкого субсидирования, будут ставить борта. То есть как бы будут давать места на регулярных, и в то же время будут создавать чартерную компанию. То есть и люди, есть туристы, которые, в принципе, узнав, что появилась Турция, хотят бронировать только Турцию на самом деле. Хорошо, спасибо. Так, вы добавляете, да, Альбин? Ну, я бы хотела добавить, что Турцию поставили, Египет еще не поставили, то есть, из Москвы есть. Как бы конкуренции как таковой, ну вот из региона, если из Казани мы разговариваем, конкуренции пока нету. И я все надеюсь, что есть Эмираты Арабские, но они очень высокие цены. Вот, и я все-таки надеюсь, что если выставят Египет, то вот эта конкуренция, она будет. Вообще, на самом деле, на рынке вот этого внешнего туризма из регионов, если три направления стоят, Турция, Египет и Греция, то цены такие, они хорошие обычно бывают. Поэтому, на самом деле, нужно лучше три,
А лучше 4. Для равновесия и баланса, да, абсолютно. А так, Turkish Airlines поставили, но там тоже как бы не все красиво и ровно, то есть еще не все понятно, все ли полетит или все ли не полетит. Вот, поэтому сейчас у меня, вот, например, в моем агентстве был громадный рост. Вот за эту неделю, как только сказали, вот я новость прочитала, и вот через 5 минут мне начали звонить туристы, что все, мы бронируем. Ну, огромный рост, это сколько вот опять? Галина говорила, примерно 30-40. Ну, если считать с нулем, да, с этого, то 100% так получается. То есть, ну, рост достаточно большой. Если сравнивать с предыдущим месяцем, с мартом, то в апреле рост уже намного больше. А всегда ежегодно в какие месяцы вот наблюдается? Это как раз середина апреля, я так понимаю, апрель, да? Апрель, да, это раннее бронирование. Это нормальное, нормальное месяц, время для, да, как раз, да, задумывания отпуска. Радик, что бы добавили вы? Так, ну я, если говорить по моим предприятиям, то мы примерно вот март месяц отработали на уровне прежнего года, прошлого года. Вот, а тогда мы прогнозируем рост внутреннего туризма. Сейчас рестораторы к этому готовятся, строят летние веранды. Майские праздники, я думаю, будут показательными. Вот. И, ну, мы уверены в том, что внутренний туризм будет развиваться, и к нам люди приедут. Ну, потому что у нас все для этого есть, и очень комфортные условия для того, чтобы встречать гостей, туристов. И мы многое для этого делаем, готовимся. Хорошо. Я сейчас в продолжении скажу о встрече в Москве, когда в присутствии заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, генерального директора госкорпорации «Туризм РФ» Сергей Суханов и Рустам Миниханов подписали, да, соглашение о совместном развитии туристической инфраструктуры региона. Тогда Чернышенко сказал, что Татарстан имеет достаточно развитое туристическое направление. Мы понимаем огромный потенциал, благодарны Рустам Нургалиевич, который уделяет большое внимание развитию отрасли, назвал Татарстан, что он работает как катализатор туристического эффекта для всего Приволжского федерального округа. В общем-то, планируется, что в результате создания инфраструктуры турпоток еще будет увеличен вдвое. В общем-то, мы понимаем, да, что вектор задан. Вопрос, как этот вектор, как эти тренды реализовать? Вот что для этого нам сегодня нужно, ну, при имеющихся сегодня условиях? Достаточно ли той инфраструктуры, которая есть? Достаточно ли, либо мы расширяем географию от Казани, и это не только Свияжск, Болгар и Елабуга, и открываем новые города, и Чистополь там у нас пора спасать, если честно. Что нам нужно, как, чтобы выполнить эффект, достичь эффекта двойного увеличения? Для того, чтобы общественное питание сделало новый виток, то необходимо развивать саму Казань, она развивается хорошо, но мы теперь думаем о малых городах нашей республики, потому что у них есть огромный потенциал. Я буквально 2 недели назад была в Менделеевском районе и увидела, насколько там гастрономический потенциал хороший. А есть, что там такого? Там есть и гастрономические сувениры, которые они считают, что это не сувениры, это нормальная обычная продукция, которую они делают. А там есть уже готовые туристические маршруты, гастрономические, где они предлагают и местную локальную кухню из местных своих продуктов выращенных, и проживание в аутентичных домах. То есть есть уже сформированное, но не понятое имя, концепция турпродукта готова. И там точно можно уже туда прорабатывать маршруты и отвозить. Также это можно Елабуга, да, развивать в этом направлении, старинный купеческий город, где тоже можно развивать русскую кухню. У нас потенциал есть у многих городов. Сейчас самая задача уже из Казани пустить свои корни вот именно в районы, чтобы это не было однообразием. Мы же хотим, чтобы турист возвращался. А сегодня он будет, приезжает в Кремль, Казань посмотрел, Елабугу, Болгары и Свияжск съездил. Следующий на этом локация заканчивается. А мы должны сказать, нет, ребята, это не заканчивается. Не у нас огромный пул того, что вы не видели. И помимо этого, там ведь есть исторические достопримечательности, музеи краеведческие тоже хорошие. И вот как раз эти новые направления, они пригласят гостей и смотивируют их на то, чтобы приехать в Казань второй, третий, пятый, десятый раз. Ну, смотрите, Галина обозначает уже проблему, что там-то уже даже все готово, там все есть, но Менделеев не входит... Не входит ни в какие из маршрутов. Кто должен инициировать? Сверху, снизу, Галина Михайловна должна ездить, Наталья Вадимовна должна ездить. Что должно происходить? То есть как нужно, как необходимо попасть, как нужно оценить свой потенциал, и кто в этом может помочь? На самом деле, вот у нас на прошлой неделе приезжала корпорация «Туризм РФ». До этого было подписано соглашение с участием нашего президента Рустама Нургалиевича. Задача корпорации «Туризм РФ» – это развитие туризма в регионах. Да? То есть это инвестиционные проекты. Их задача – найти эти инвестиционные проекты и реализовать их на
различных территориях, дестинациях, в субъектах Российской Федерации. В том числе наш регион, как такой один из основных, и как вы правильно уже отметили, то, что он достаточно развитый, но у нас есть огромный потенциал, абсолютно согласна с Галиной Михайловной, и корпорация «Туризм РФ», и мы тоже, да, мы видим этот потенциал. И, значит, определено 6 перспективных территорий для развития туризма. Это Соколка, Свияга, Камское устье, Лаишево. И это понятие вот этих туристических территорий, что туда включает. То есть это не просто как бы, ну вот мы определили, да, и давайте туда все поехали. Понятно, что для того, чтобы туристу там было хорошо, там должна быть инфраструктура. Поэтому будут разработаны проекты. Часть из них уже есть, и она будет еще более подробно озвучена. Возможно, уже кто-то слышал про казанские термы и так далее. То есть вот в этих определенных 6 направлениях будет сформирована туристическая инфраструктура. Но это все равно близ Казани, и, да? Мы, ну, это близко, все, мы понимаем, это все, да, чтобы регионы, да, которые вокруг. И это программа. А что с Менделеевск? Вот, например, с таким, как Менделеевск, Юго-Восток, до которого там 400 километров, а там тоже есть что посмотреть. Нужно развивать рейсы в этот регион, потому что ну, наши 7 часов, да, в республике, да. То есть республика настолько большая, что доехать на машине и на автобусе не всегда удобно. Поэтому, конечно, если что бы Бегишево, ну, например, если в Бегишево было бы больше рейсов, можно было бы уже формировать некие маршруты, которые как раз ту часть нашей республики захватывают. Ну, такие достаточно льготные, дешевые, да, рейсы, о чем мы говорим. Да. Да? Казань, Бугульма, там тоже этот попасть на Юго-Восток, только туда, что называется, захватить заодно и Башкирию, ну, условно, посетить точнее. Да, поэтому пока сейчас прилетают самолеты, приезжают поезда в основном в Казань, и живут наши гости в основном в Казани, радиально ездят по различным направлениям, возвращаясь на ночь в Казань. Конечно, ну, пока мы, в общем, примерно, ну, не более 4 часов от Казани можем их увезти так, чтобы можно было вернуться опять вечером в город. Соответственно, необходимо именно рассматривать транспортные и логистические, конечно, цепочки. Конечно. Маршрутные. Здесь можно я добавлю, да? Да. Я за 10 лет в туризме как бы пыталась сделать какие-то внутренние туры, да, я считаю, что надо разнообразить. То есть вот первая, например, идея была это сделать, ну вот я считаю, что не хватает VIP-туризма, вот вообще как такового. Наталья, наверное, со мной согласится. Да. Понятно, что это очень сложное направление, да, то есть мы не Турция, не Греция, не Испания, но вот как такового VIP-туризма, вот у Радика Мухарлямовича очень много гостей приезжает, да, со всего мира. А они как бы мне звонят, а я говорю, ну извините, я не могу сделать, ну, я больше внешним занимаюсь. Вот была, например, идея сделать VIP-тур «Нефть» в Альметьевск на вертолете. То есть, ну, интересная же идея, на самом деле. Очень. Там я сама родом из Бугульмы, то есть это рядом там. Соседка. Да, да. И, соответственно, там на самом деле, там и нефтекачалки, как эта нефть там зарождается, есть. Там есть музей нефти. То есть вот... Прекрасные холмы. Потом следующая тема, Решение. Это отраслевой какой-то туризм, промышленный. То есть тоже начинали же делать. Общем, очень отлично уже есть. Да, благодаря экскурсии. Агентству стратегического, мы, например, стратегического, ну, опять, инициатива, да, откуда должна исходить? Вот, фактически от кого? Как попасть в программу? Что нужно сделать? Самим, ну, главам муниципалитетов это развивать? В первую очередь должна быть какая-то точка притяжения. То есть если вот мы сейчас понимаем, что в Менделеевском районе... В Менделеевском, ну, да, Менделеевск. Есть... ну, так скажем, возможности для развития гастрономического туризма, конечно, мы, как туроператоры, будем сейчас эти объекты рассматривать и увязывать в какой-то единый маршрут. Там Тетюшин. Туризм, там большая история химии, да, возрождения. Там Тетюшин недооцененные, да, со всеми историческими местами. Нет, очень недооцененные. Просто, опять же, развивать инфраструктуру надо. В Тетюшке, например, негде переночевать. Вот. С удовольствием бы мы делали туда туры, но абсолютно ни одного средства размещения. Хорошо. До перерыва у нас минутка. Радик, коротко. Да, я быстро скажу. Я, наверное, немножко в другую сторону иду. Я вижу потенциал развития вот, туризма еще в том, что мы можем сделать так, чтобы к нам приезжали гости с арабских стран. Потому что мы все-таки мусульманский регион. Религиозный, да, туризм, да, о чем у нас много мечетей, у нас 1100-летие принятия ислама вообще в этом году. Это уникальная возможность сделать так, чтобы вот как раз Турция, Египет, Арабские Эмираты, чтобы эти гости приезжали к нам. И для этого, ну, просто нужно сделать хорошие условия для их размещения. Потом вот у меня был опыт, ко мне приезжали гости, которые привозят гостей с Арабских Эмиратов в Азербайджан, возят. Вот. И у нас, когда мы столкнулись с тем, что у нас есть проблемы визового режима, то есть к нам в страну достаточно сложно получить визу. Вот. Если вот эта проблема была бы решена, то я думаю, что к нам было бы больше гостей приезжало бы с арабских стран, потому что у нас для этого все есть. И потом вот у нас как бы Казань признана гастрономической столицей России.
Но мы можем стать гастрономической халяльной столицей России. Это точно мы можем стать. Какие идеи хорошие сегодня появляются? Кто-нибудь записывайте, пожалуйста. Такого количества халяльных заведений, качественных, нету ни в одном регионе России. То есть ни в Чечне, ни в Дагестане, ни в Ингушетии. То есть в Казани очень много качественных, хороших халяльных. Свободная ниша, которую мы можем занять. Да. Спасибо, я благодарю и телезрителей, и экспертов. Мы переключаемся пока на новости Татарстана, потом вернемся в студию, обсудим уже развитие религиозного и событийного туризма и накидаем еще много-много идей. Не прощайся. Еще раз приветствуем всех телезрителей телеканала «Татарстан Нового века», ток-шоу «Точка опоры». Сегодня говорим о туризме в условиях санкций. Остановились на очень интересной теме. Радик Абдрахманов нам ее, в общем-то, предложил. Год тысячелетия принятия ислама в Волжской Булгарии. Есть действительно возможность, наверное, для развития или, по крайней мере, для идей о создании религиозного туризма. Чего нам не хватает? Мы же понимаем, что когда приезжают из Объединенных Арабских Эмиратов, то для них нужны особые условия. И если инфраструктура в достаточном количестве для приема вот таких VIP, назовем так, гостей. Да, но в первую очередь хочу сказать, что инфраструктуры недостаточно, потому что у нас мало качественных отелей, мало пятизвездочных отелей. И вообще вот арабы, они любят отдыхать семьями, приезжают большими семьями. Вот, и, как правило, они любят отдыхать на виллах. То есть вот таких вилл, где гости с арабских стран могли бы поселиться, их у нас практически нету. Вот, рестораны есть? Халяльных ресторанов у нас много. Да, у нас есть хорошие халяльные заведения. Их у нас, по крайней мере, больше, чем везде по России. Хорошие места есть. И я еще хочу сказать, что нам нужно делать событийные мероприятия для гостей. Вот, допустим, вот мы проводим сейчас 23 апреля ифтар мусульманской моды. Он будет женский ифтар. Фэшн-ифтар. Вот. У нас на него особый ажиотаж. И вот, допустим, мне сейчас смс-ка пришла, то, что там за полчаса у нас уже 500 записей желающих девушек, которые хотят на него попасть. Вот, поэтому я думаю, что на такое мероприятие гости с арабских стран вот именно приезжали, будут приезжать. Задавали и статус, На подобные мероприятия, да. Также спортивные мероприятия. То есть у нас, допустим, есть еще федерация по борьбе, многие чемпионаты проходят в арабских странах, в Дубае проходят многие чемпионаты. Мы такие чемпионаты могли бы и у нас проводить для того, чтобы приглашать гостей к нам. Вот, потому что у нас тоже для этого все есть. У нас есть хорошие спортивные учреждения, хорошие дворцы спорта. Поэтому мы тоже... по спортивной инфраструктуре вообще, у нас здесь в этой ситуации вопросов нет. Я сейчас предлагаю послушать интервью Рамиля Мифтахова, президента Ассоциации туристических агентств Татарстана. Как он сейчас видит ситуацию в туристической отрасли, и вот дальше, наверное, уже о стоимости туров уже проговорим после его интервью. Если говорить о проблемах, то на сегодняшний момент основная проблема на сегодняшний день – это та инфляция, которая сейчас существует в России, и она, безусловно, тянет цены вверх, что влияет на, так сказать, содержание кошельков наших жителей России, удорожает турпродукт, и уже возможности у них, у граждан, ограничены в выборе турпродукта. И здесь основная задача туротрасли, и в том числе госорганов, сдержать рост цен. И те решения, которые на сегодняшний момент планируется принимать правительством, они позволят сдержать эти цены. Давайте рассмотрим цены за рубежом. Учитывая, что мировая инфляция, так сказать, тащит цены вверх, то на сегодняшний момент цены, например, на самый популярный продукт в турецком направлении выросли от 10 до 25%. Это связано в том числе и с авиаперевозкой. На сегодняшний момент та авиаперевозка, которую предлагают туроператоры, она подорожала от 100 евро до 250 евро на человека. И все это влияет, безусловно, на цену отдыха за рубежом. Безусловно, внутренний туризм не может заменить того разнообразия, которое существует в мире. Но если говорить о летнем периоде, безусловно, мы есть шанс, так сказать, найти интересное на территории России и ничуть не хуже там, в Европе или в других направлениях. Начиная от Калининграда, где мы совершенно видим европейский город, заканчивая Камчаткой, где есть уникальные, так сказать, экскурсии и объекты, которые можно посетить, те же самые вулканы.
Поэтому я думаю, что при желании можно, так сказать, найти, куда поехать, где отдохнуть, так сказать, в рамках своего бюджета, который вы запланировали на отдых. Итак, вот о стоимости, да, как раз вот 20, примерно 20%. В реальности, на самом деле, какое снижение турпотока ждут представители туристических агентств? Вот именно зарубежные туры. Мне кажется, зарубежные туры раз в 2-3, я думаю, снижение турпотока в любом случае будет. И этот поток, который уменьшится, он не перенаправится, наверное, внутрь России. А куда перенаправить? Вот 2-3 миллиона должны были улететь. В огород. Альбин, вы какой прогноз даете? Ну, я согласна полностью с Гульнарой. То есть поток в два раза точно уменьшился. Ну, он уже уменьшился, да, потому что, ну, как бы март-апрель это раннее бронирование, мы уже его пропустили, ну, по сути. Вот, он уменьшится, но я все-таки думаю, что они перенаправятся в Россию. Даже вот я сама, например, да, то есть мы вместо Турции едем в Москву. И я думаю, сейчас очень много у меня запросов на Дальний Восток. То есть в связи с тем, что кэшбэк увеличивают в два раза по Дальнему Востоку, то цены, конечно, там очень высокие. Вот, ну, надо прямо над субсидированием билетов очень хорошо подумать. То есть чтобы перехватить туристов из-за рубежа и перенаправить их на внутреннее направление, нам необходимо максимально снижать цены. Понятно, что у нас большие расстояния, да, что у нас этот, но без вот этого именно, ну, комплексного снижения ценообразования на авиабилеты мы не сможем развивать вот дальние направления. А они, на самом деле, очень интересны. И как бы они будут развиваться. Гульна, рассматриваются какие-то подобные в числе мер поддержки отрасли? Да, на самом деле рассматриваются. На уровне Дмитрия Николаевича Чернышенко и, соответственно, Федерального агентства по туризму тоже Зарины Валерьевны Дагузовой целая программа по мониторингу. Вот сейчас она, потому что проблема обозначена, ее понимает и не только как бы мы, да, обыватели, но ее понимают. Ну, мы и до этой ситуации понимали, что на Дальний Восток не каждый поедет. Организована такая программа мониторинга цен вообще по Российской Федерации, потому что нужно понимание того, что, вот, допустим, где-то у нас в какой-то точке там туризм пошел на спад. Надо понять, почему. То есть либо это билеты на самолеты, да, они получается, сдерживают этот поток. Либо это цены на отели, да, либо это, там, не знаю, цены на экскурсии, на рестораны. Да, то есть вот в таком оперативном ручном режиме информирование по загрузке различных объектов туристической индустрии будет консолидироваться информация на уровне прям федерального правительства. Поэтому здесь это такой вопрос, который держится на пульсе, на самом деле. Ну, конечно, оперативно проблемы. Нужно принимать решение. Ведется, на самом деле, не только сейчас, а уже пару лет, сразу после пандемии. Есть программа субсидирования чартеров в регионы России. То есть у нас, например, впервые по этой программе полетели чартеры в Казань. Или полетели из Москвы чартеры на Алтай, на Байкал, в Калининград. Поэтому правительство, в общем, конечно, понимает эту проблему. Галина, как бы вы вот отреагировали? Как переманить? Что у нас есть? Ну, субсидировали. Решение принимается оперативно. Все равно это длительная программа подготовки. Но туристический кэшбэк, да, запустился достаточно быстро? Он скоростной был. А вот здесь для субсидирования там, на Дальний Восток авиаперевозки, я думаю, это нереально сделать. Вот здесь и сейчас, и провести это лето на Дальнем Востоке нам с Натальей Вадимовной. Поэтому надо приезжать в Казань. Так. Здесь проводить свой отпуск. А наша задача развивать, помимо гастрономии, в целом еще и событийные мероприятия. Потому что мы, являясь гастрономической столицей, как и Радик Мухарлямович сказал, мы должны не только называться, мы должны подтверждать. И наша задача делать все возможное, чтобы нас признали. И для этого мы готовим пул событий, мероприятий, которые подчеркнут нашу уникальность и сделают, наверное, возможным приезд сюда, как на гастрономический туризм, а Владивосток на следующий год. Так, берем Казань в этом году туристическим потоком. У меня все равно вопрос, а насколько изменились цены вот, на внутренних направлениях, да, и насколько теперь дорого посетить ту же Казань, насколько изменился ценник? Но если говорить про кафе и рестораны, то мы знаем, что в составе расхода туриста это 40% минимум расхода на питание. И мы понимаем, что чем выше будет цена в наших предприятиях, тем менее доступен будет сам турпродукт, и он может вообще исчезнуть. Мы сегодня занимаемся импортозамещением, это одна из самых главных болей у нас, потому что цены выросли.
поднимать цены бездумно никто не собирается. Поэтому сегодня мы сделали упор на локальный продукт, на то, что произрастает и производится именно в республике, а потом в Российской Федерации, для того, чтобы создать новое предложение, новое меню. И это новый вызов для наших шеф-поваров, которые сегодня экспериментируют, смотрят, чтобы при сохранении той цены, которая была, дать такое же суперкачество и возможность познакомиться еще с регионом через не только культуру, но и через еду. Радик, вы на одной из программ уже говорили, что примерно рост на 20% все равно вы фиксируете, продукты, да? То есть да. Это, на хозтовары, на продукты, да, порядка 20-30% был рост. И вот я согласен с Галиной Михайловной, сейчас у нас идет работа над тем, чтобы мы местных производителей, чтобы они оставляли свою продукцию здесь, в Татарстане, чтобы мы спокойно, рестораторы, могли у них это закупать. То есть примерно на этом проценте вы можете остановиться, да, плюс 20, и, ну, условно, сдержать цены. Да, мы делаем все для того, чтобы цены сдержать, потому что конечному потребителю мы не можем цены постоянно повышать. А что с турами вообще? Сколько стоят туры посетить Татарстан, Казань? Давайте вот такая минимальная и максимальная, и насколько они изменились с прошлым годом? Можно скажу? Да, мне хотелось сказать, что у нас есть, во-первых, все ресурсы для того, чтобы привлекать к нам в Казань. То есть у нас сейчас туроператор Fun & Sun запустил чартерные программы Казань-Москва-Казань и Казань-Санкт-Петербург-Казань. Это от 3 до 5 дней туры обоюдные, то есть и туда, и обратно, и в обратно. И, соответственно, стоимость этих туров где-то от 19 тысяч, ну, от трехместного, от трехдневного пребывания. И я думаю, что это такой достаточно интересный продукт. В прошлом году у нас уже был опыт по приему вот как раз чартерного рейса от этого туроператора. Прошел он достаточно успешно, поэтому в этом году еще усилили, оставив Москву и еще добавив туда Питер. 19 тысяч – это месяц человека на 3 дня. Да, то есть но семья, туда входит проживание, ну, питание, экскурсии. То есть семья, то есть полный пакет. С ребенком примерно 60 тысяч. 3 дня. Казань, Питер. Да. Да? То есть туда-обратно. Авиабилеты. Включая авиабилеты, чартеры. А в этом году есть рост? Уже есть повышение стоимости таких туров? Вот эта цена как была фиксирована, такая, да, такая осталась. Как еще безусловно, конечно, поднимается цена на туры, потому что поднимается цена у каждого поставщика услуг. Это и кафе как с ресторанами, как уже сейчас сказали. Чуть-чуть поднялись отели, и мы никуда не можем уйти от поднятия цен на транспортные услуги, потому что трансферы, передвижение на экскурсии, это все, в принципе, тоже туристические сервисы. Ну, поэтому... А каких процентов мы сейчас говорим? Процентов 20? Ну, я думаю, что не более. То есть пока, конечно, мы пытаемся сдерживать, и все отраслевые объединения, которые работают, это и гиды, и рестораторы, и ательеры, и мы стараемся сделать все, чтобы не, ну, сдерживать просто цену. Девочки у нас, Гульнара, Альбина как раз. А вот что у вас вот происходит? Я продаю вот Fun & Sun, но так как я выездным туризмом занимаюсь, я продаю из Казани в Москву. На мой взгляд, они, наоборот, снизились цены. То есть там... Я же так понимаю, субсидируется какая-то часть. Да. И учитывая, что сейчас с 1 июня НДС убирают у гостиниц, поэтому я думаю, что, скорее всего, это будет снижение. Вот. А есть еще такое понятие, как горящий тур, который все любят. То есть вот у меня в практике есть, что я в Москву продавала за 15 тысяч на троих. На 2 суток нормально, как бы тут. Я вам дам свой телефон. Следующий раз. Нет, вы лучше мой возьмите. Хорошо. Гульнар, скажите, пожалуйста, вот самые дорогие туры в Татарстан, вот о каких суммах может идти речь? Не продаю в Татарстан, я, наверное, не отвечу. Наталья, поможете? Вот что-то, вот если под вип-туризм мы говорим, да, вот если я решила, на что я готова сюда приехать и за какую сумму? Даже нет ответа на этот вопрос, потому что он мало развит. Вип-турист мало. Я могу сказать, просто очень наполненный тур, вот, который мы продаем, это 6 дней, 5 ночей. Это абсолютно посещение всех наших достопримечательностей. Это обзорные экскурсии по Казани с посещением Казанского Кремля, Свияжска, Болгар, вечерняя Казань, Ешкар-Ала, наши соседи, которые тоже пользуются большой популярностью тур, экскурсия. Он стоит около 40 тысяч на одного человека. И я могу сказать, что сейчас по программе «Кэшбэк» мы очень много продали. Вот именно этот, как мы называем, этот тур «Супер Казань».
Действительно, шестидневный – это просто сказка, потому что еще 10 лет назад мы мечтали о том, чтобы Казань стала хотя бы трехдневным городом, трехдневного пребывания. А сейчас уже люди с удовольствием едут на 6 дней, тратят на это деньги. И нам есть что показать все конечно. Эти 6 дней. И можно еще раз приехать, и мы покажем совершенно другие локации, и это тоже будет очень интересно. Тем более, очень много неизведанных локаций, неоткрытых. Еще об этом тоже поговорим сразу после рекламы. Итак, мы продолжаем говорить о туризме в условиях санкций. Сегодня мы уже обсуждали событийный туризм, нам нужен спортивный, экологический, гастрономический, этнографический, медицинский. Действительно, направление востребовано. Во-первых, хочется спросить, а сами казанцы путешествуют, или сами татарстанцы путешествуют внутри Татарстана ли? Есть ли какие-то возможности, интересные места, либо мы тут уже все друг друга знаем? И потом о городах, которые надо еще открыть на туристической карте Татарстана. Наталья Владимировна Салатачева. Но мне очень хочется, чтобы казанцы и жители других городов Татарстана путешествовали по Татарстану, тем более, что у нас есть для этого шикарные возможности. 2 года назад была разработана программа «Тысяча одно удовольствие за выходные», которая включает 10 районов, и где бы ни проживал татарстанец, в Бугульме или в Казани, он может воспользоваться этой программой и съездить на своем личном автомобиле в путешествие, например, ну, скажем, в Рыбную Слободу. И за 2700 с человека получить проживание в гостинице, два обеда, два дня экскурсионных программ и насладиться нашей природой и замечательными нашими просторами Татарстана. Кстати, какие районы в Татарстане внутри самые такие путешественники, в которых живут самые крутые путешественники? Есть какая-то статистика? Ну, Казань, ведется? Наверное, все-таки Казань. Более мобильная, более платежеспособная часть. Альметьевск у нас тоже путешествует. Альметьевск, да. Юго-восток Татарстана. Юго-восток да. Татарстана. Ну, да. Потому что нефть, да? Потому что нефть, где тоже нужно необходимо думать. Какой еще туризм нам нужен и что нам не хватает для того, чтобы его развить? Может быть, побольше событийки? Да, и тоже вот хотела продолжить тему, которую вот Радик у нас поднял по поводу религиозного туризма. У нас в этом году в Татарстане празднуется 1000-летие принятия ислама. И в Болгаре будет организовано 2 таких крупных события. Первое событие произойдет в июне, 2-го, 6 июня. И туда, пользуясь случаем, приглашаем как раз всех татарстанцев и жителей Российской Федерации. Да. Это как раз всесоюзный фестиваль, впервые проводится в Великом Болгаре, автокараванинга и автокемпингов. Вот, поэтому автотурист, это как раз с целью популяризации вот этой темы автотуризма. Ожидается около 5000 участников, около 600 экипажей приезд. То есть такое грандиозное событие, которое будет проходить на базе Болгарского музея-заповедника. И, но опять, это же идея не совсем, скажем так, нам нужно перехватывать любые идеи и организовывать их здесь. Да, все эти события, чтобы перетекали к нам. И второе событие, это у нас, которое традиционно уже не первый год проводится, это фестиваль «Великий Болгар». Вот, поэтому... Ну, это уже раскрученные мероприятия. Можно сейчас отметить направление такого природного туризма. Это новое направление глэмпинги. Не совсем привычное для многих слово, но сочетание гламура и кемпинга, глэмпинги, да, то есть это отдых на природных территориях. В Татарстане эта тема очень сейчас развивается. За последние 2 года появилось порядка 14 глэмпингов, и еще строятся и расширяются уже существующие, поэтому вот, наверное, акцент можно сделать в этом году и на последующие уже несколько лет на отдыхе на природных территориях. Еще какие направления бы? Я хочу сказать о том, что у нас есть Сабантуй, замечательный наш праздник, и мы уже неоднократно проводили перед Сабантуем церемонию сбора подарков к Сабантую, как это делается в деревнях. И это мероприятие проходит традиционно в четверг. Почему мы стали делать Сабантуй в субботу? Мы стали делать в четверг для того, чтобы туристы приехали накануне не на один день на Сабантуй сам, а приехали заранее и смогли посетить и церемонию сбора подарков, принять участие в этом празднике. На следующий день планируются скачки в этом году на ипподроме и Сабантуй. То есть трехдневная программа вот такая, она уже может войти в состав турпродукта. А на следующий год мы готовим фестиваль, большой международный фестиваль тысячелетних городов мира древнейших. Это гастрономический фестиваль, который позволит съехаться не только представителям российских городов, но и тех городов, которые обладают тысячелетней историей, показать свою гастрономию, показать, что они могут делать. И тем самым это тоже привлечет в Казань, в Татарстан большую новую какую-то аудиторию, которая завязана на гастрономическом туризме именно в мире.
действительно, мы обладаем уникальностью, да, которую мы сами привыкли, на которую нам нужно иногда смотреть со стороны, чтобы увидеть и чтобы сделать из этого события явление, международное событие, да, Радик? Можно я добавлю, вот я с Галиной Михайловной тоже соглашусь, мы как раз сегодня обсуждали, у нас было собрание «Арио». Вот, но есть проблема в том, что мы мало освещаем на федеральном уровне наши события, мероприятия. Мы их умеем хорошо проводить, мы учились проводить, мы их качественно делаем, но мы их мало освещаем. Вот, и это тоже нам обязательно это нужно делать. Вот, и еще я хочу добавить вот, еще международные вокальные фестивали. Вот тоже мы сейчас проводим международный детский вокальный фестиваль, где тоже очень много заявок со всей России. К нам вот в мае приедут вот именно на это мероприятие тоже много детей со всей страны. Вот, и это тоже такое вот будет знаковое событие, где звезды будут присутствовать, где детей мы будем награждать, где будут вот еще детские лагеря, детские кемпинги, тоже образовательные лагеря. Будем это все тоже делать, создавать. Но все-таки, понимаешь, мы активизируемся на внутреннем туризме, но все-таки с садоводами, которые перетекут оттуда опять в сады и огороды, что им можно еще предложить? Вот, тысяча одно удовольствие мы говорили. Как еще? Какие еще возможны программы? Добавлю. Да. Вода, вода всегда манит. У нас очень много озер, водохранилищ. Надо их оборудовать. То есть вот Камское море оборудовали, а оно же забито вдоль и поперек. Если, например, у нас на Свияге затонувший остров Маркиз, наверное, вот слышали, кто туризмом занимается. То есть можно там оборудовать какие-то пляжи. Если, например, продолжать к событию о халяль-туризме, да, то есть если мы сделаем где-то в акватории Казанки раздельные пляжи, мужчины и женщины, то вообще люди все же приедут, на самом деле. Это, наверное, как сказка звучит. Еще и с Казанкой надо, конечно, поработать. Вы знаете, еще я хотела добавить, что в отличие от других регионов России, у нас очень развиты экскурсионные бюро в Казани. И любой житель Казани может воспользоваться услугами этих компаний, которые организуют однодневные путешествия. И совершить путешествие и в Болгар, и в Свияжск уже очень известные. Но мы сейчас ставим и Кукмар, и Лаишево, и соседние Чебоксары, и Йошкар-Ола. То есть я очень призываю жителей Казани и Татарстана путешествовать вот не куда-то далеко даже, а может быть в каждые выходные выбирать какое-то направление и посвящать своей родине определенное время. Постигать, удивляться. Да, конечно. Да, до завершения программы осталось не так много времени. Мне бы хотелось подытожить голосование, во-первых, зрительское. Может быть, вы переубедили, дорогие эксперты, не знаю, но разделились так, что в саду-огороде телезрители 50 с чем-то там процентов всего лишь проведут, 52%. 12, по-моему, процентов Турцию все-таки по карману. Да. И 36, наконец, увидеть достопримечательность России. Если мы оказали это влияние, вы, точнее, уважаемые эксперты, это очень хорошо. Мы видим, что у телезрителей интерес к этой теме есть. В целом, итак, не на перспективу, а на вот этот сезон. Каким он будет? Коротко, вот итог. На чем, Галина? Ярким, цветущим, вкусным и доступным. Вот уже слоган, да, для развития внутреннего туризма. Альбин, какие прогнозы? 30% в Турции, 70% это внутренний туризм. Я думаю, что так. Радик. Сезон будет интересным, будет много гостей, будет много ярких, красочных, хороших мероприятий, вот, и сфера туризма будет расти. Хорошо, Гульнара? Я думаю, что это будет опять такой некий опыт для нас, который делает нас сильнее в будущем. То есть вы сейчас воспринимаете это как вызов? В том числе. Хорошо, а Гульнара? Еще одна Гульнара? Но мне трудно, наверное, то есть поскольку я работаю... Вообще, вы сейчас задумываясь о том, что у вас бизнес может... Вы можете потерять бизнес, что с компанией может произойти что-то не то, что будут большие месяц потери. Месяц назад, наверное, да. Но месяц сейчас, назад. Но сейчас появился свет в конце туннеля, и мне кажется, что, в принципе, у туристического бизнеса есть будущее. На какие-то меры поддержки вы рассчитываете? Вы сейчас попадаете под федеральные меры поддержки? Для туристических агентств федеральных мер поддержки нет. По крайней мере, пока нет. Для туроператоров что-то вводят, что-то пытаются вводить. Для агентств нет.
Что надо, да, вот я как раз... На самом деле есть, то есть у нас 79, это АКВЭД, турагентство, у нас есть карантинные каникулы для кредитов, потом полгода, то есть я сама воспользовалась, да, у нас овердрафт был, вот нам его до 20 октября 2022 года продлили без проблем, потом у нас есть по УСН, по налогу на полгода, то есть мы можем сейчас за 2021 год налог поделить, ну, могли уже, вот 31 марта был этот срок оплаты, и мы его поделили на 6 равных частей, я тоже этим воспользовалась, без всяких заявлений, без ничего, мы поделили его на 6 равных частей, и сейчас в течение полгода мы платим. То есть, на самом деле, они есть, можно, конечно, было бы побольше. Снижение кваринговой комиссии тоже. Да, снижение кваринговой комиссии очень хорошая мера. Она уже действует. Она уже действует в пандемии, да? 16 апреля начинает. А, 16 апреля начинает. Да, то есть она была 2%. 55, 56, 79 туда тоже АКВЭД входит. То есть, да, то есть вы практически семеро поддержки туда входят. Yeah. Потому что и если вот, да? В течение первой вот, пандемии я как-то это все пропустила, то очень взялась. На самом деле очень маленькая, рассказывают мало. То есть, как бы Гульнара вот не знает. Я знаю, потому что я прошлепила в том сезоне. Вот, то есть это вот надо как-то все-таки Минэкономики активнее работать. Ну, информационно-разъяснительная работа, да, если мы назовем ее так. Наталья Владимировна, тоже в завершении. Какими видите, какие даете прогнозы? Я очень надеюсь и мечтаю о том, что все сотрудники туристического бизнеса Республики Татарстан к концу этого летнего сезона будут очень и очень уставшими, потому что мы примем очень большое количество гостей в нашей замечательной республике. Очень хочется на это надеяться, но пока тенденция такова. Ну вот было 3 300 000, о каком количестве мы можем говорить в это лето? Давайте, а потом в конце лета подытожим. Ну, вполне вероятно, что мы подойдем к 4 миллионам. 4 миллиона, за говорит год. Наталья Владимировна. Надо учитывать год. Кто больше? 4 200, Радик? У меня в голове сразу 5 нарисовалось. Хорошая. Сами создаем свою реальность, да? Кто столько нарисовал, столько получит. Вы как предполагаете, о каком потоке? Ну, я думаю, 4 миллиона будет. Гульнара, и вы? Я тоже думаю, что будет больше, даже 4. Даже больше 4 миллионов. То есть, несмотря на вот этот достаточно сложный период и непонимание, да, и очень пока много неясностей, мы понимаем, что турпоток так поднимаем и планируем. Знаете, туризм – это эмоции. Поэтому, что бы ни происходило в этой жизни, люди всегда хотят иметь положительные эмоции. А мы как раз их дарим. Поэтому мы, конечно же, оптимистично настроены. Тогда всем хороших эмоций. Эмоций в Казани, эмоций в Татарстане. На этом ток-шоу «Точка опоры» подошло к концу. Благодарю всех экспертов. Было очень интересно. О многом не поговорили. Хорошего всем отпуска, каникул, если они у вас, конечно, будут. Да. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо.